Я в своей жизни видел ведро шкарлупы, ведро золы, но ведро изоленты ни разу не видел. А все почему? Потому что вы находитесь на канале 1L. А так как паутина кончилась, я сейчас буду топить остатками этого, горючего материала. Вы мне не верите? Наблюдайте. Готовы? Ну, это же мусор. Чуть телефон не уронил в котел, но это было отдельное видео.